Приветствую вас. Я думаю, что с точки зрения психологии вам можно ответить на ваш вопрос только, потому как больше возможности не представляет. Значит, смотрите, у любого явления есть причины, у ВСБ есть причины тоже, которые, ну, принято считать вот именно ВСБ, принято считать причинами тревожность и стресс, стрессовый. Соответственно, с этими моментами и нужно работать. И не избавляться от от ВСД, а раскрывать причину появления у вас подобных симптомов, вот, и уже, собственно, тогда будет понятно, ну, более понятно, с чем конкретно мы имеем дело. Вот. Это если говорить непосредственно по ситуации. Вот у вас изначально, да, на мой взгляд, вопрос как бы неверно поставлен. Вот. Потому что избавиться, значит, подавить. Вот. Как бы то, что вы сейчас делаете, является подавлением. Понимаете, да? Вот. Поэтому лучше все же не подавлять, а раскрывать. И вот тогда уже появится результат. Что касается депрессии, то это может быть как действительно следствием вашего состояния, а может быть и самостоятельным проявлением другой проблемы, например, подавленность, например, негативных установок, которые у вас имеются. И, соответственно, работать в таком случае нужно в этом направлении. Как сказал мой коллега Кудрящев Игорь Леонидович, вот, депрессия — это болезнь, и, соответственно, как и при любой болезни, да, нужен быть диагноз и соответствующее лечение. Таким образом, если у вас есть подозрение на депрессию, подозрение на заболевание, вот, то лучшее, что вы можете сделать для себя, это обратиться к врачу и либо подтвердить, либо опровергнуть
наличие у вас именно болезни. Вот. И, соответственно, в дальнейшем вы исходите из этого. В противном случае, если вы этого не делаете, ну, можно предположить, что у вас есть какая-то скрытая цель болеть. Именно скрытая цель заболевания. Вот. И тогда уже нужно исследовать данный аспект. Насколько, как, почему у вас вот эта цель активна, если активна. Вот. Что касается качества жизни, я бы сказал, что это крайне недостаточная цель, недостаточный ориентир для того, чтобы реально, например, работать над собой. То есть, опять же, вот, например, повысить качество жизни, да? Чтобы что? Чтобы что делать? Вы можете сказать, ну, чтобы жить, допустим. А я могу на это вам ответить. А жить, чтобы что? Какая вот у вас, грубо говоря, глобальная цель? И есть ли она вообще, глобальная цель? Вот в этом направлении примерно и нужно вам двигаться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.